Цивильском районе, как и по всей республике, продолжается посадка картофеля. Не зря картофель называют вторым хлебом. На обеденном столе он в лидерах. Пользуясь хорошей погодой, картофелеводы продолжают посадку картофеля. Данная культура займет на полях Цивильского района, включая личные подсобные хозяйства, около 900 гектаров. Владимир Прокопьев занимается растениеводством с 1994 года. Кроме зерновых, выращивает и картофель. Глядя на то, с каким увлечением работает отец, и пятеро детей Прокопьевых втянулись в дело. Собираемся посадить 40 гектаров картофеля. Мы сажаем сорт «Гала». Он сегодня самый востребованный на рынке и самый урожайный. При хорошем уходе можно получить до 400 нервов, 400-450 свободно. С большим опытом картофелеводства у Владимира Алексеевича накопилось и несколько секретов успеха. Один из таких – специальный способ полива. С 2010 года решили применить орошение. Купили итальянское оборудование для полива, полностью установили его и ежегодно поливаем. Катушка такая круглая, и оно в междуряде картофеля вытягивается, потом она сама поливает, и собирается в катушке и поливает. За одну установку он поливает около 4-5 гектаров. Всего по Чувашии в этом году уже посажено картофеля на площади порядка 2300 гектаров, что превышает показатели прошлого. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.